Это, знаете, из серии «Упал, очнулся, вот вам новая посылка с растениями». Всем привет, с вами Юля. Знаете, я тут решила проверить, везет вообще мне по жизни или нет. И заказала растения. Ну, вообще, как бы я их не планировала заказывать, но увидела очень интересное предложение. А погода у нас уже была совсем не очень. То есть и днем был минус, и ночью минус. Вот, но я все-таки решила проверить, везет мне или нет. И заказала. Заказала растения, они ко мне вот приехали, и давайте посмотрим, повезло мне или нет. Так, ну, продавец утеплил растения, и это на самом деле очень хорошо. Так, первое растение это агланема. Правда, не помню какая. Я подпишу потом, уже когда буду редактировать видео. И вторая это тоже агланема. А, ну вот это вот, скорее всего, баттерфляй по картинке похоже. А вот это вот Леди Валентин. Ну, знаете, что-то мне подсказывает, что вроде с ними все ок. Они такие, ну, как сказать, не сопливые, не обмороженные. Понятно, что может быть потеря листвы при адаптации. Кстати, это тайские растения. Пришли ко мне в... А, ну вот тут даже все подписано, пожалуйста, вам. Баттерфляй. И даже цена указана. Здесь, а здесь, вот. Леди Валентин. Тоже указано. Отлично. Отлично, молодец, продавец составил подписи. Так, и третье растение. И вот растение, из-за которого, собственно говоря, был сделан весь заказ. Это Монстера, тайское созвездие. Так, вот здесь вот. Все подписано. Вот вам, пожалуйста. Вот такая красота. Да, попорчен листик. Ну, на самом деле, не страшно. Даже, кстати, возможно, это сейчас сделала я. А может быть, и не я. Ну, в целом, не важно. Она нарастит новые листья. Вот выглядит вот так. Красивая. На самом деле, когда я увидела агланемы, что они в целом не обмороженные, то есть, ну, да, они повядшие немножечко, но это на самом деле не страшно. И тогда я уже выдохнула и думаю, значит, с моей монстерой будет все отлично. Вот такие растения. Заказывала у Олеси Сотниковой, заказываю уже у нее не первый раз растения. В целом все, видите, доехала хорошо, то есть нормально упаковала, она утеплила, да. Ну а там как все довезет почта, вот все зависит не только от продавца, да, ну и от транспортной компании, ну в моем случае это была Почта России. Наконец-таки все доехало хорошо, теперь я перестала нервничать, переживать, и теперь, знаете, раз мне вот так повезло, ну я считаю, что повезло. Дальше уже, как они пройдут адаптацию, это уже другое дело, да. Но в целом они ко мне доехали живые, вот живые абсолютно. Нормальный. Кстати, эта посылка приехала ко мне 25 октября. Забрала я ее вечером, но открыла утром 26 октября. Дала посылке принять мою комнатную температуру. Ну, все равно, хоть на почте было тепло, но я шла по улице. У нас был минус один. Вот, и я решила оставить все до утра для того, чтобы снять распаковку. Вот, ну и я думала, что за ночь с растениями ничего не случится. Если уж они пришли в нормальном состоянии, то значит с ними будет все хорошо. А если уж там как бы нечего спасать, то как бы и мы бы с утра им не помогли. Вот так все выглядит. Я очень рада. Растения пришли хорошие. Это тайские растения, не адаптированные. То есть вот их продавец получила и просто вот отправила. Такая красота. Я прям рада, честно говоря, не могу. То есть цена вообще, ну, как мне кажется, очень шикарная. Да, это растение не адаптированное, нужно будет потанцевать с бубном, возможно. А может быть и не придется танцевать с бубном. Там уже посмотрим, как она будет себя вести. Но я планирую ей предоставить очень хорошие условия.
Вот, для того, чтобы она росла и радовала меня. Вот. Вот такая вот у меня посылка. Вообще, как бы честно, не планировала ничего покупать. Но увидела интересные предложения и решила рискнуть. Надеюсь, вам было интересно. Желаю вам всего доброго и до встречи в новых видео.